Всем доброго времени суток. Вас приветствует Saint Radio и ведущий Saint Советник. Сегодня у нас снова Project Cars, обзор номер 2. Будет тоже около, наверное, часа, если я выдержу. Просто мне писали, допустим, в комментариях то, что не только на консолях проблемы с управлением. И плюс ко всему попросили проехаться на чем-нибудь другом, кроме картов. Извините, я вот сейчас еще около часа или полтора поездил, там одни карты были просто. И я тупо из этого чемпионата вышел и каким-то образом попал на чемпионат BMW. Вот, я буду сейчас ездить первый раз в этой игре. Поэтому... не знаю, отсасывать, так сказать. Ну-ка, я сейчас поменяю. Что-то вообще ничего не видно. Тут фара можно, кстати, включать сама. Стой. Можно я, пожалуйста, проеду? Довольно такое своеобразное управление. Сейчас я вам вид из кабины покажу нормально, чтобы солнце не светило. Ой, кошмар, какой вид из кабины конченый. Все размыто вообще просто, я ничего не вижу. Спасибо, но, спасибо, нет. Да, обидно, конечно. А этим... наверное, будет отличаться, ну что значит, наверное, будет отличаться версия Xbox, ну и той же PlayStation, допустим. Но там бы 108 бы посмотрел, конечно. Есть такое маленькое но, они... скачат тут иногда так, что просто глаза лезут на лоб. Чуть ли не, наверное, до 20 они скидываются, потому что такое происходит. Сейчас, допустим, все в порядке. А, с FPS. Маленькие есть просадки-то? Это... да стой, я ж уже не газую, ничего, что куда это так? Вот, маленькие просадочки есть, но простите меня. Это там в каждом повороте там начинали просадки такие творится. Просто ужас. По прямой вроде едешь нормально, как только начинаешь заходить в поворот, несмотря на, ну, пофиг на какой скорости, начинаются просадки. Так, давай. Машина, конечно, тоже не очень прорисована. Это номер какой-то тоже интересный. Вот это, конечно, порадовало вообще капец. Все мутно вообще, как, не знаю, замылено. По сравнению с Forza, где там все чистенько, даже ни на один FPS не падает, конечно, ни о чем. Плюс, естественно, то, что здесь есть погодные эффекты, но они тоже так не сильно огонь, скажем так. Я вот вчера
немного покатался и попал на гонку на Форде в Фокусе. Да. По дождю. Потому что с управлением тут надо побороться. Не из-за того, что симулятор. Из-за того, что оно странное. По-моему, в Real Racing 3 управление по симулятору. Все дождь собирается. Так, продолжить. Дайте мне полную шляпу. Сейчас посмотрим, на чем я тут сейчас подкину. На какую. Опять карт или еще какую-нибудь шнягу. Календарь. Что-то евро. Ух ты! Прикольно. Ну-ка давайте поездим на BMW. Опять. Так, Германия Моторспорт Арена. Ошерслим. Даже надпись он сверху на флаге, вот это вот вообще просто замыленное. Да, интеграция вот этой игры, короче, на консоли просто не удалась. Просто нахуй. Как бы жалею, что отдал столько денег, допустим, за... А, на Рено поеду. Поехали. А, это я уже сам еду. Ёпта. Извини. Я думал, мне отсюда выкатят. Включим свет. Да, у него тут посмотрим. Тут также печально. Как бы вообще что-то ни разу не проработано. Фигня. Спидометр. Печалька, как говорится. Стой, 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 стой. Поворот заходишь, сразу FPS, короче, падает и начинает. Так, ну я 30-й по счету сейчас, да? Надо как-нибудь сейчас... Твою мать! Ой-ой-ой, опять эти... Просадки, чек капец как. А чё мне Мерс не дали, еду на каком-то Рено, блин. Я бы лучше на Мерсе покатался. Thank you.
Как не поворот, так просадка, как я уже видел. Прискорбно так. Выпускать гонки в 60 FPS, которые снижаются до 20 на данный сезон. Проеду. Спасибо. Тут надо сейчас проехать чистый круг, чтобы меня зачислили по времени в какое-нибудь место. Потому что 30 место. Я по листам их обходить. Да, вот слышит, есть еще какие-то проблемы со звуком, плюс ко всему. О, первый. Шикарно. Перейти к концу сессии. Поехали. Так. Ваш день. Так, это я сейчас сам руль дам. Что там, Mitsubishi, что ли, 10-я поехала? Ну-ка, иди сюда, да, посмотрю. Ну тут пару заездов нужно делать, чтобы определиться с местом, и поэтому в разное время суток, короче, ездишь. Да, Mitsubishi 10, нормально. Иди отсюда. Я езжу от такого вида, чтобы показать немного графики. Ну и самому, естественно, посмотреть. На гонках ездить с таким видом. Свет там падает на машину. Но так, в принципе, еще нормально, если не включать свет, то она выглядит довольно-таки... Ух ты, ёпта! Ну, конечно, так и ездить не умею. Хотя уже круг за паром можно пройти. Поехали. Немного разнообразим. Теперь ставим обратно и зарабатываем себе первый.
сейчас на траву не заезжать, как уже раньше говорилось. Взять, посмотрим, что там. Ай-яй-яй, визию, блядь. Как так-то, а? Да слышишь, что это такое? Бочину ударил, ускорился. Угу. Так, надо сейчас поаккуратнее. Я сам уже запарился. Посмотреть, что там за следующее. Поеду. Напишите, кстати, в комментариях, кто взял, допустим, эту игру себе на Xbox или на PlayStation. Как у вас там стоят дела? Также она рулится у вас или нет? Если у вас нормально все получается, объясните мне, дебилу, как сделать так, чтобы не кидала. Или кто на компьютере хорошо ездит, дайте пару советов. А, я играю на джойстике. На джойстике. На первом месте. Давай, сможешь. Умеренно шуршал. Конечно, хоть вот FPS это. Ну не можете вы сделать, сука, 60, сделайте стабильный 30. Чтобы вот таких вот скачков не было. Это просто недоразумение какое-то. Я не представляю, что будет на Wii U, потому что она выходит еще на нее. Мне очень интересно будет глазком хотя бы посмотреть на это дело. Главное, сейчас 15, кстати, участвуют в заезде, а то что-то 30. Тут маловато. Может, потом появятся остальные. Так, ну так как вот мне уже время круга не нужно, но... Я
соответственно, нужно тупо выиграть. Я вот сейчас ехал 130, а что-то ощущение скорости не очень. Я так ощущаю, как будто еду, не знаю, может 60 или 70. Видом из кабины. Здесь еще вроде куда не шло. Прямо выехать посмотрим. Нет, тут тоже не огонь, конечно. Блин. Постоянно этот X переключаюсь. У меня аж на форзе переключение вниз. А здесь я... Ой-о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 й! Забил на переключение, хотел сначала попереключаться, поездить, но забил на это дело. И решил ездить просто так, на легком уровне, ходить все просто так, как говорится, для души и тела. И переключалку тоже включается автоматом, потому что там нужно настраивать кнопки, а там вообще... Фух, долагали до финиша. Чего? Так, что у нас там следующее? Ну-ка. Поехали, давай. Чё ждём? Давай, грузи быстрее. Тебе свёл 18 гигабайт. Было чё. Дальше что там у нас следующее? Второй из трех. Так, как убрать машину? О! Каталуния! Ну я из Форзы знаю. В принципе. Сейчас посмотрим, тут так же будет или нет. О, смотрите, сколько здесь травы, да? На картинке. Сейчас мы сравним, сколько травы будет в игре. Если ее разработчики не скурили при разработке данной. И опять на мигане, да? Твою мать, а? А, она еще в другую сторону. А, не, нормально. Так, ну что, следим за травой. Так, тут ее уже нет. Это маленькая, да, Каталуния, не одна. Нет травы. Ну да, что и требовалось доказать. Все скурили. Ой.
Ай, да. Нет, тут он есть немного травы, оставили. Мало ли когда. Слышите, за звуком какая-то херня. Теперь мы делать круг чистый. Без всяких ошибок. Занесло, блин, задним колесом одним. Угу. Не трасса. Типа вид шлема. Ты бы шлем почистил. Сейчас нормально. Так, давайте. Получить. О, ничего, он так в меня въехал по серии призрак, что ли? Да, но уже глаза болят, я походу час не вытяну. Следующая гонка будет. Да, ну конечно, до Форзы ей далеко. Очень далеко. И визуальные эффекты ее тоже не спасают. Первый. Так, теперь квалификация. После квалификации у нас уже будет нормальная гонка. Так, давай, поехали. Жаль, что дождя нет.
такое, чтобы дочь показать. Но я думаю, это не последнее. Не последнее мое видео, скажем так. Поэтому и дочь вы тоже. Сейчас не попадется. Конечно. Без энтузиазма они, походу, делали эту игру, портировали. Без особого. Но вам на денег срубили, теперь думают над второй частью. Как бы она так же не провалилась, как ваши первые три симулятора делали. После которых вы обанкротились. Симулятор это. По крайней мере на консоль. Делали бы дальше свой шифт. Ой, стой. Управление, походу, от шифта не взяли. Чуть ухудшили. Типа из серии посложнее сделали, чтобы по лорду входила. Вот тебе вся симулятор. Но в шифте хотя бы чувствовалась скорость. Плохой плюс. Еще он там установил рекорд круга. Сейчас подожди, будем перебивать. Опа! Вы установили. Все первый. Перетик гонка. Угу. Переводчики, блин. Вам только бабушек через дорогу переводить. Так, а сколько нас здесь? 15 опять. А не, 30. Интересно. А не, он место первое из 15. Ну да ладно. Давай, греби. А сзади на зеркале все исчезает, попадает. Магистр. Гарри Поттер Эдишн. Ой, какие тут, блин, вообще задержки, конечно, просто. Звук, походу, записывали откуда-то, с магнитофона, походу. Вообще как бы нечистый. Что-то репит постоянно. Как бы они не с граммофона его записывали. Хорош дергаться, давай поворачивай.
там, наверное, опять из шлема зацепим. Прикалываемся. Самая большая ошибка, конечно, этой игры, это то, что они сделали FPS прыгающим. Залучили бы на 30 и не парились. Посмотрим, что там Forza выкатит. Шестая. И если повезет, то, возможно, PlayStation покажет Gran Turismo, которую все ждут. Хотя они разные, но хотя бы по графике. Интересует также графика, помимо почему я в принципе и взялся Project Cars, ну, зацепило своими картинками и видосом. Ну, видосы были походу с компа, не походу, а компа. Там ни FPS не проседало, ничего, все было вообще шикарно просто. Компьютер позорится. И решили рубануть нехило. Хотя не понимаю, почему ее не выпустили на Xbox 360 и на PlayStation 3. С на Wii U она есть. Покруче платформ по начинке, вот. Как бы не увидел еще ни одной игры, которая бы переплюнула некоторые игры на плойку по графике. Если брать те же платформы, Call of Duty там вроде есть Gunfire, какая там. Вроде она была. Что-то там графики не видел различий. Поэтому вот эту вот шляпу она потянула бы двойка, где Xbox вообще был. 30 FPS запилили и все, что тут все. Машин. Пару дорог. Самый, как он, как я уже писал, 2005-2006 года, могли бы не заморачиваться. Срубили бы побольше денег такими же стараниями. Тут ее третий раунд. Ну давайте ее туда. Монца. Ух ты. Ну хоть трассу новую посмотрим. Аутодром у нас Сионале Монца. Короткий. Что мне, конечно, бэху не дали, я не пойму, блин. К сожалению.
туман. Местами выглядит неплохо, но вот эти вот падения FPS, они все обсирают, абсолютно. Ничего себе, рули! Энергию забирают. Вроде чисто проехал. Первое. Так, квалификация. Рождение. О, дождь, ребята. А я хотел уже выключать. Вот теперь посмотрим с дождем. Ух! Включаем дворники. Поехали. Включимся. Капли не такие большие, как Drive Club. Все же они есть. А, брызги, конечно, что так сделано? Тут тоже капли, кстати, растекаются по экрану, как вы видите. Наверное, это сейчас новая фишка какая-то. Я капель как-то замечаю, в отличие от Forza Horizon.
вообще на машине капель ноль. На компьютере они, походу, есть. Хотя посмотрите, проверьте, напишите потом. Если вы досюда, то, конечно, досмотрите. Блять. Посмотрим, тут дадут мне штраф за то, что я вшатался или нет. Сейчас проверим. О! Установили. Ништяк. Перейти к гонка. Но то, что на машине нет капель от дождя, это, конечно, прискорбно. В целом машина прорисована неплохо, но не четко. Конечно, забавный спидометр. Тоже он весь размытый, какой-то замылен, зашоркан. Все равно не хватило для стабильных ППС. Дождь собирается. А-а-а! Так, ну, дождь идет, а вон каплю будет появляться полчаса спустя. Поворотники включать не буду. Поворотники, говорю. Дворники. Посмотрим, будут ли капли наверх. Да, походу ни разу не симулятор капель. Включим. Я думаю, это будет последняя гонка. Стой! Так. И следующее видео ждите в скором. Жить, может, дадут мне чиумен.
дадут. Что же жметесь-то, а? Так, ну что, на этой не совсем радужной ноте с вами. И увидимся буквально через денек. Ну, я еще думаю, потранслирую ее некоторое время. Так что следите за нашим Twitch каналом. Говорю вам до скорых встреч с вами. Сент Радио. Ведущий совет.